Всем доброго дня. Сегодня мы, как всегда, в работе все. Сегодня Андрей выкопал петрушку. Корни вот почистили. Я думаю, сейчас немножечко их подсушить. А потом, честно говоря, я никогда не занималась. Я знаю, что очень много сушили и как специи добавляли в суп. В мясо, знаю, что добавляли. И закрывали. Некоторые даже, по-моему, помидоры консервировали именно с корнем петрушки. Вот. Я первый год, думаю, почищу сейчас, чтобы не выбрасывать. И может даже что-то заморожу, а может быть что-то засушу. Уже сейчас подумаю над этим, пока еще не думала. Думаю, только почищу, помою. Вот эту петрушечку другую, там мы только половину выкопали, а половину оставили, потому что у нас еще там есть свежие маленькие грядочки в этом году засеяла петрушка. Вот помыла ее и потом ее мелко порежу. Опять второй лук, у меня вторая партия лука, тоже помыла, почистила. И потом, когда она хорошо у меня высохнет, я ее обязательно все порежу мелко. Уже приготовила кулечки, вот помыла тоже их. Приезжал Коля, сегодня привез нам рассаду, я вам покажу. На озерке он был и привез рассаду, посадили и Коля, и Андрей посадили помидоры и огурцы. Я не садила, честно говоря, у меня сейчас что-то со вчерашнего дня болит спина. Ну, так я по дому поубирала, постирала, что-то приготовила, супчик я сегодня приготовила с белых грибов, кстати, вот. А на завтра я уже покрошила окрошечку, просто она у меня стоит в холодильнике, потому что она должна постоять хорошо. Вот, поприбирала везде, помыла. И сейчас потихонечку докончим во дворе, что-то посадим и, наверное, посмотрим, как будет обстановка, и надо будет что-то думать насчет работы или уезжать. Это вот столько у меня стирки, это я все поперестирала. Одеяло, другие одеяла там, а это все надо три кучи вот эти гладить. Вот я только слаживаю, это еще даже Андреины вещи еще даже не распаковывала, только свои распаковала. Вот. И бабушкина. Теперь надо, конечно, надо еще сделать генеральную, думаю, каждой комнаты помыть хорошо пол. Вот это хочу почистить, вот эти швы. Потом постирать везде шторы, помыть окна, привести в порядок. Ну и тогда можно думать о работе, о другой работе. Да, Дуленька? Дуленька спит у нас. Я вам покажу, какие помидоры сегодня наши купили. Там Андрей, вот бабушка сидит уже. Балдеет Ольга Леонтьевна, да? Ходи. Андрюша уже пошел, да, мам? Андрюша пошел уже выводить. Не знаете? Так. А ну покажите, какую вам сегодня свистульку подарили, мам. Какая у вас там свистулька? Какую? А вы сегодня свистели. Я еще думаю, что это такое? Свистулька с Западной Украины. Небо, я бы, когда они садили помидоры, я думаю, кто-то свистит. Это баба Оля свистит во все. Да? А это люлька. Я клюлька? А может, это и есть люлька, Оля? Это свистит. Попробуешь такое маленькое. Да, это красиво, аккуратненько. Попробуй это так сделать, полаковать. Ну, молодцы, видишь. Это, да. А для детей это радость. Это треба терпения. Да. Вырезать, чтобы оно сейчас свистило. Да. А это наш базилик потихонечку приходит в себя. А синий вообще классно принялся. Так как кукла, что плакала. А ты помнишь, вам когда-то же ездили, машины делали, возили, помню, я в детстве помню, делали такие свистульки с глины, возили петушки на палочках, да, да, да. Всякие гребешки да, делали. Да, у нас на дверь не продавали, на день дивана все правда, петушки на палочке, и разные-то, и на место, о, господи, это гроши. Ну да. Кобы гроши. А сейчас уже забыли, что такое петушки. И пузырьки, эти шары. Такие, ой, собачки. И вата. И вата, Ольга Леонидовна, да? Да, сюда дивная, да, дивана.
А вон День Незалежности. Оце 24. Воскресенье Троица. Не падает. Ну, воскресенье Троица, надо будет в церковь сходить. Я, наверное, пойду схожу. А у нас там тлумачи у деда Мирона. Я помню, что там у них всегда на зеленые свята правили на могилу, да, мам? Ну. Да, и они те гилочки кладут. Ну, а мы гилочки дома повесим тоже. Гилочки кладут, гилочки кругом. Ой, Господи, Боже, милость. Иду я посмотрю, что они тут посадили. А на нашу багато. Тут, кого? Одни гілочки на маленькі. Так. Не, ну по на комнату поставим при вході на вороті. Надо пойти просто по... сходить в посадку і набрати їх там. Да. Покласти, а то виносить на туря. Рози наші, да. Он Чарлі бігає, язик висунув. Бачу, що в цьому нема. А личин нету, мам. Ну в этом году дуже багато, і абрикос нету теж. Это... Ну, мама, хто тут сажала? Коля или Андрій? Вот тут Коля сажал? Что? Огурцы, вот это Коля сажал вот эти, да? Ну, нет, Андрей. А Коля где сажал? Помидоры? Помидоры. А, ну вот это значит, Коля купил на озерки вот эти. А тут я немножко оставила лучка. Ну, еще молодой, а здесь более-менее. Ну, вот тут посадил вот тут такие. Вы знаете, даже и тенек, и хорошо, что посадили. Он как-то тут вот, принял вас. А эти помидоры Коля посадил вот тут. Да. Да все, он взял, тоже посадил, купил на озерке. Не посадил, низкорослый, говорит, что эти помидоры. Эту морковку мы забрали, потому что она очень густая. Так что мы будем ее сеять заново. Вот, да, вот тут, короче, тоже забрали петрушку, оставили чуть-чуть, там перекопали. Вот у меня еще щавель есть, семена надо будет посадить. Это лучок тут большой, мы будем его каждый день там щипать. Петрушечка, ну... Все нормально. А ну-ка, подождите. Это кабачки. А это вот вчера Андрюша садил вечером эти огурцы маленькие. Не знаю, он там у соседей купил. Спасибо им большое. Вот и они продали вот эти рассаду и помидорчики. А вот эти помидорчики сегодня Коля привез, а садил Андрей вот эти. Вот эти садил Андрей помидоры, а эти садил Коля. Ну, дай бог, чтобы все принялось. Тут у нас немножко морковки осталось. Еще вот этот кусочек надо будет навести порядок. А там, где морковка, завтра скопаем. Надо будет посеять еще щавель. Морковку и редиску обязательно другую. Ну и потом заняться вот здесь. Ну, тут ничего у нас. Тут у нас цветы. Вот тут завтра тоже надо почистить возле ромашек. Этот цветок тоже уже, наверное, до этого засвел уже все. Уже он отцвел, как говорится. Да, ромашки остались, пионы. Чуть-чуть пионы белые. Может, где-то еще что-то будет. Кстати, здесь я посадила ортензии. Вот одна. Вторая, то, что бабушки подарили. Я их потихонечку обрезала. Вот смотрю, растут другие. А здесь я посадила георгины. Коля говорит, что неправильно сделала, что посадила сюда георгины в угол, потому что тут стек. Не знаю. Чем неправильно, потому что они уже пропадали совсем. Я думаю, посажу как есть. Поздно ночью мы приехали. И так, считайте, что сколько мы там находились. А недели две их поливала их сверху водой, чтобы они не засохли. И мы приехали поздно. Я думаю, ну когда я это сделаю? Я так взяла и все. И посадила. Дай бог, чтобы пока принялись. А это вчера вечером с Андреем поздно садили. Вот Андрюша посадил сирень. А там далее, сейчас я вам покажу, сакуру. Мусор наш. Сколько у нас мусора. Все собираем, собираем. Это он сегодня брызгал тлю. Вот это одна у нас очень съела так. А вот эти две, слава богу, кто-то из них принес игрушку. Это более-менее. И это тоже уже начинает. Но Андрей все буквально сегодня обработал. Это посадили сакуру. Андрюша посадил эту сакуру. Вот. И наши розы. Желтая уже практически осыпалась. Я ее только пошла, пособирала. Я всегда подхожу и отщипываю вот эти сами бутоны. И они потом растут. Очень много. Ну, во дворе порядок, чистота. Ромашки мои еще ставят каждый день, воду меняю. А это наши, кстати, все удивилась, как они могли насеяться цикломинии.
Не, не цикламини, боже мой, что я говорю? Петуния, петуния, да. Здесь у меня стояла петуния, посмотрите, сама. Вот. И что сегодня Андрей сделал? Выкопал вот этот шамшит. Это я посадила хосту. Это, кстати, мои чернобрывцы красивые. День второй, надо будет их сегодня обязательно полить. Вчера был плохой напор. Вот тут тоже мы забрали шамшит, он полностью пропал. Я не знаю, может посадим, а может нет. У меня такая была идея, боже мой, вот смотрю на этот цветок кусту. Смотрите, зацвел. Да, он так сведет, интересно. А барбарис какой классный. А елочка какая стала. Свежая, зеленая. Этот цветок тоже уже пусто цвел. Ну, кактус не получается. Первый год он у нас цвел. А так что-то у нас совсем не получается. Что-то ему не нравится, не знаю. В Италии он у меня цвел постоянно, а здесь нет. Вот я говорила вам за эту капусту. Вот. Эту капусту, скорее всего, мы пересадим. Одну мы посадим сюда, а другую мы приходим. Уже вечером, как будет более-менее не жарко, потому что совсем жарко. Вот 6 часов, но очень жарко на улице. Какой красивый петушок, а? Красота. Да, Чарли, какой красивый петушок, скажи. Не-не-не, мы его кушать не будем. Это не съедобно. Идем, идем, забирай, забирай. Все, что Чарли, все, что нюхает, все тащит в рот. Ты что? Вот тут был очень красивый, но уже Андрюша убрал, снял. Такой красивый фиолет. Вон у меня такой один-единственный. А этот белый. Ну и розы. Потихонечку начинают расцветать все розы. А это Чарлик балдеет, да, скажи, на солнышке. И Вилёк пришел. Вилёк, ты где был? Гулял, да, скажи. Я гулял? Гулял. Гулял с Андрюшей, ходил. Жарко, скажи, жарко. Сейчас я вам налью свежей водички. А ты чего возмущаешься? И Далюня пришла, да, Далюня? Чарлик, ты приглашаешь играться, да? Играться предлагаешь, скажи. Приглашаю всех играться. А сверка? А шерсть у нее такая сверкучая, смотри. Такая блескучая, скажи, да, Чарлик? Вилечка, жарко. Жарко, красавец. Да, скажи, жарко. Ух, как жарко. Ух, как жарко, жарко, да? Так смотрит. Далюнь, жарко, идем домой. Все, Чалик, не злись.